он перешагнул границы БРИКС и ШОС. С нами представители 70 стран со всех континентов. Мы вышли на то, что крайне желательно было бы создать евразийскую информационную платформу, которая, во-первых, помогла бы общаться людям разных стран, также избежать еще внешнего редактирования, которым сейчас грешат. В стране огромное количество информационных систем, совершенно построенных на разных принципах. Вот скоро нам нужно будет уже переходить к единой цифровой платформе государства. По итогам первого полугодия 2020 года количество онлайн-покупок увеличилось в 3 раза. С 32 до 67% выросла доля интернет-транзакций в общем объеме эквайринга по сравнению с 2019 годом. Сейчас мы живем просто в эпоху индустриальной революции 4.0, когда промышленные предприятия, когда нефть и газодобыча, они переходят в цифру. И вопросы кибербезопасности, они становятся все более острыми.